Мое уважение. Так. Продолжаем играть. Да. Второй день прохождения. Отлично. Глава 7. Память Франческо. Плацента. Empire Way. Галанта не соврал. Он устроил так, что я вышел на свободу пораньше. Почти что на 4 года. Джон увещал меня и как-то пытался приносить новости с воли. Но выйдя из ворот, я оказался просто в новом мире. Ой, мне нравилась все время эта заставочка топовая. Ну, как бы этой главы, типа, и такая музычка просто вообще просто, когда я играл, такой секси. Тик. Чё это? Ладно. Они не меньше сюда, блёк. Ладно. Ну чё там тут стоит? О. Ну ладно, пикапи. Это мое личное пространство. Ну. Торе, это Сергей, открывай. Круп. Вита! Ты из тюрьмы сбежал! Черт! Как же не я сильно он обрадовался. Не в робе, не за решеткой. Добро пожаловать домой. Заходи, заходи. Слушай, столько изменилось с тех пор, как я сел. Да уж, я думаю. И да, фигня, конечно, но я для тебя замутил такую славную квартирку, как ты хотел. Спасибо. А еще у меня сюрприз. Мы празднуем твое возвращение, и я тебя кое-кому представлю. Хм, хороший план. Пока не обустроишься, тебе понадобится деньжата. И ствол у меня для тебя припасен. Лишним не бывает. Вот. Так какие планы, свободный человек? А ты как думал? Хочу снова работать с тобой. Хорошо. Я уж боялся, что тебя там исправят. Нет, я вообще-то многих узнал и многому научился там, за решеткой. Теперь гораздо лучше понимаю, что к чему. Отлично. Я тут, как ты понимаешь, тоже штанов не протирал. Но ты не бойся. Я тебе все покажу, как всегда. Ладно, так чего мы ждем? Пошли. Боже, я не думал, что ты будешь так бить копытом. Ну ладно, черт с тобой. Сколько там, 6 лет просидел вроде? Возьмем мою тачку и поедем смотреть квартирку. Ты за рулем. Вспоминай и привыкай. Надеюсь, за решеткой ты водить не разучился. Эй, чего ты дергаешь? Это же как на велике. Ну знаешь, если велик раздолбаешь, тебе не платить целую гору за ремонт. Ладно, ладно, я понял. Борчишь как... О, новая тачка. Очень на это надеюсь. Если ты еще не заметил, машины теперь совсем другие. О. Видишь. Твоя квартирка дальше по улице, прямо возле променада. Тебе понравится. Танис. Неплохо справлялся, пока тебя не было. Я не врезался, извините, я никуда не врезался. Не, пару лет. Он ко мне врезался, вы должны были освободиться. Переживал из-за тебя. Как твои успехи? Когда ты меня навещал, это ж не разговоры были. Ну, после того, как Клемент и этот паршивец Лука пытались нас кинуть, я сошелся с семьей Фальконе и теперь работаю на ней. Правда? Ага, вечером увидишь. Я рассказал, у меня... ДТП, водитель хочет скрыться. Не спрашивайте, все равно не расскажешь. Понял. О, боже. Бойся, я об этом несколько недель думал. Вот это я и боюсь. Преследую гонщика! Ясно. Я знаю, что сюда можно проехать, я раньше приезжал. Вообще-то сбивать их не надо. Да. Куда не берусь? Блин, я всю жизнь думал, что их можно сбивать, черт. Отлично, мы почти приехали. Жил просто. Тормози тут. Пойди погляди, вверх не так. Я тебе уже оплатил первый месяц. И, кстати, вход в твой гараж там, в переулке. Спасибо, Джо. Большое спасибо. Сейчас смотримся. Чё, почём тут всё, окей, ладно. Так, ага. Я тут ни разу еще не брал. Ага. Нормально, всё нормально. Я тут реально не брал, ни разу не замечал. Ну вот она. Уверен, вам понравится. Я сам в такой же квартире живу. Видите, даже телефон есть. Отличное бесплатное дополнение.
телефон вообще. А это ванная. Чистая и современная. Горячая вода круглые сутки. Так. А это спальня хозяина. А это хозяйская кровать. Очень удобная. И места хватит на двоих. Даже на троих. И она не скрипит. Это безусловный плюс. Да-да, мы с вами разлили ничего. Надеюсь, вам понравилась ваша квартира, Саша. Есть вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Только один. Да, только один. Это мыло или хлеб с парашей. Вы уходите. А теперь, с вашего разрешения, я поеду к следующему клиенту. До свидания. А, пока. Пока я жду. Прошу вас, выходите из моего дома нахер. Все. Туалет Сергея, я понял, хорошо. А что все-таки было, это свет? Да. Все отлично, дом мне купили, вообще красавчик. Ой, то есть мне подарил мой любименький Джо. Смотри, куда прешь. Удар прямо в сердце. Моя родименькая. У меня не хватает денег. Поехали. Только на старомодной тачке. Вот. Я ж не хотел чинить. Ага, одежду купить. А я не хочу купить одежду. Ну ладно, что, придется, видимо, да? Куплю только пальто. Вот костюмчик. Потемнее бы. Все просто упадут от зависти. Ну, конечно. О, все, красавчик. Не стой, как стол. Ну, а я буду стоять и чё? Ну, ладно. Джо, Джо, где? Ага, просто к нему домой отлично заедем. К нему красавчику. Чё бомб к меня не подождала? Я ж там за пару секунд справился. Зал убежал. Гёбнук. Я так и думал. Помедленней. Я уже... Вернусь, пацаны, вы поняли, куда. Да. Нормальная тема. Перепроходить это все заново, конечно, жестко, что за говно. Хотя бы где я куб этот вот сказал этому чуку, типа убирайся, все, все. Когда еще один вопрос, когда его уйдет. Так, теперь все аккуратненько. О. Нормально идти. Да помедленней. Здравствуйте, здравствуйте, товарищ офицер. Так. Старая добрая мафунка. Я приехал. Костюмчик красивенький есть. Есть. Давай, давай, Джо Барбаро. О, господи, я уж думал, ты не придешь. Неплохо. Хорошая ткань. Спасибо. Так что с планами на вечер? Все узнаешь. Нас отвезет мой друг. Познакомился с ним, пока ты прохлаждался. Веди себя прилично, он вроде как важный человек. Да ну. Сейчас увидишь. Вот и он. Джо, Эдди, а вот и... как дела? Неплохо, неплохо. А это значит твой дружок? Да, это мой друг Вита. Вита, мой хороший друг Эдди Скарпа. Рад знакомству, Эдди. Взаимно, Вита. Ребятки, я умираю, хочу выпить, поехали. Фух, все, убежали. Привет, Вита. Хочешь за руль? Я уже слегка нагрузил.
А, я знаю, неплохая миссия. Неплохая тема. Я сказал только, что сюрприз. Ну, ему понравится. Да уж, надеюсь. Если только он не испортился в тюряге. Эй, о чем вы тут болтаете? Не бойся, все увидим. Да ладно, можно ему уже и сейчас сказать. Ладно, Вита, поехали. Знаете, было бы здорово, если бы вы сказали, куда. Веди Костер, Бэй. Так. Так что, Вита, чего тебе больше всего не хватало за решеткой? Свободы. Понятно, кроме того. Ну, я не знаю. Пьянок, девочек, бейсбола, да всего. Уже теплее. Что, в бейсбольный матч меня везете? Нет, Вита, мы везем тебя в лучший бордель в городе. Бордель, а? Ух ты. Вита, да ты что-то не возбудился. Давай, не говори мне, что после всего этого не хочешь оторваться. Не бойся, Вита, девочки свое дело знают туго. Если ты забыл, что куда, они тебе мигом все поставят. Пульнем на славу. Вы это, не давайте мне много пить, кое-что надо уладить. Что может быть важнее кисок и выпивки? Да знаешь, вот бывает. Иногда надо делать то, что надо. Вита, ну что, гони давай, а? Ой, слетело. Не хотел, чтобы слетела эта крышечка. Красивенькая. Ладно. Спрей лучше он или нет, я-то знаю точно. А тут есть еще небольшой баг. Как открыть эту дверь? Я говорил о тебе с Лео Галанта, Вито. Он рассказал мне, что Клементо пытался вас кинуть. И сказал, что ты парень надежный. Ну, слушай, между нами, почему ты вообще этим занялся? Понятно, у каждого свои причины, но... Ну, да. Потому что... Понимаешь, я не хотел пойти по отцовской дорожке, ну, и... Нет. Да. Я просто понял, что никто мне не поможет, только я сам. Ничего. Да, хорошо. Да. Все, детка, кэш. Так, Вито, слушай. Я работаю на Карла Фальконе, и мы собираемся расширяться. Джо уже некоторое время на нас работает, и раз ты его друг, мы и тебе хотим сделать предложение. Что скажешь? Ну, я заинтересован. Окей, выпьем за это. Выпьем за любовь. За вас, ребята, и за общее светлое будущее. Мне сегодня много пить нельзя, у меня есть одно дело. Что происходит? Астрологии. Может, астрономии? Гитлер какой-то. Иди ты, звезда сушень. Ты что, других слов не знаешь? Извините, дамы, но мне пора. Извините, но я гей. Да, гей. Вита! Поехали! Эй, Джо, подъем! Опять вести самому то получил. Спокойной ночи, шлюхи. Тут нет людей. Это вообще баг есть, типа, если пострелять, тут люди откроют эту дверьку. Мне прям откроют, можешь выйти. Вот алкаш, а? Да вот она. Кто ее починил? А? А, ну да, ладно.
идет. Он из нас из всех самый трезвый. Давайте. Амон. В следующий раз больше кислок меньше. Нет, они не могут телепортироваться. Вот вы гей. Давайте, давайте. У вас все хорошо. Так что, Витов, понравилось тебе там? Вообще сказать. Получше, чем с сосиской в душе развлекаться. Нет, нет, это нет. Водитель хочет скрыться. Да, я сам подожду. Ты блеванул. А, ясно. Что? Я в своей машине никогда не плюю. Да что за... Чем тогда смердит в машине? А. Ну да, и я унюхал. Наверное, Фрэнки Потс. Он блеванул в твоей машине? Да нет, он в багажнике. Что? Что? А ты сам виноват, Джо. Я тебе сказал, что мне надо кое-что уладить. А ты взял меня и напоил? Эй, с каких это пор кое-что уладить, значит, мертвец в багажнике. Витя, успокойся, арест это. Что-нибудь придумаем. А что тут думать? Закопаем жмурика и все. Я уже подобрал местечко. Старый обсерваторий. Лопата есть? Ну да, покажи. Где лопата? Яма уже готова. Надо просто его туда сбросить и закопать. Ладно, ладно, и где эта яма? За городом. Ну, Саша, обсерватория. Че не ест? Прямо там? Давай побыстрее. О, боже, дышать нечем. Это чертова вонь меня так гонает. У вас что-то стекло открыто. Переднее. Вроде должно дышать чем. Нормально движ. Стой. Сейчас переводу. Я тебе не быстрее. Нас не останавливаюсь, допустим. Ну, стою. А, так и надо было. Знаешь, такой. Ну, конечно, хочу. Забери его. Я же вроде не ел кальмаров. Садись, да. Ой, еще идет именно на то место. Вот и там что? Господи, ты что творишь? Я думал, вы меня тут бросите. Я хотел. Блин, он на всему прямо посреди дороги. Нормальная тема. Мусора. Мусорки позорные. До сюда. Я кругом тонирован, значит, все божу. Преследую гонщика. А, да я ж гонщик, ты меня не догонишь. Понял. Хочешь, не было так скучно ехать. Чё, кидайте, да. Оп, отвлёк их этим капотом. Хоп. Просто мастер разворот. Даже не смог так справиться с управлением. Ты. Уже купов на хвост, где он закапать труп. Вы же не против? Нет, не против. Так, мы на месте. Вита, открой багажник. Ты шутишь? Да. Здорово, просто здорово. Ну,
вашу ногу. Мои ботинки. Господи, боже. Бога в душу, мать. Эдди, сколько он тут лежит? Да пару дней. Вита, ты сам его доставай. Вот, блин, здорово. Меня сейчас вывернет. Добро пожаловать, блин, домой. Подарочек. Ах ты, сука. Эй, вот же яма. Вот она. Бросай туда. Наконец-то, Мадонна. Так, а кто его зароет? Что? Погоди, я сейчас приду в себя. Может, ты сам лучше, а? Каждый раз, когда я его понюхаю, прям блевать тянет. И эти нам тоже не помогут. Ладно, черт с вами. Что за капать еще? Эй, парни. Бесполезные парни. А хотите музыки, а? Да, я хочу. Они издеваются. Спокойной ночи, Бобби, мне пора. Никакого продолжения там, вечеринки там, не планировали. Спокойной ночи, Бобби, давненько я в лесу. Тебе гораздо меньше понравится лес, когда я тебя лопатой приложу. Где мы закопали? А все с того заросло уже все. Ой. Еще будет полицейский разворот. Не переключай радио. Вы что, издеваетесь? Я бы рассказал чуть по-другому. Это не важно. О боже, бедный. Куда тебе? А, тебе к нему домой. Нормальная тема. Обязательно. Все-таки убивать должен. Подбивать должен, да, потому что пока он будет подбиваться. Даже все-таки выслушать человека. Тут вокальные данные проверить. Я походу на омсра. Стой, оп! Дотащишь ты точно. Я его так перекрутил, там на карте было видно. Как аккуратненько. О. О, да. Давай, давай, о. Нормально, нормально. Все, наконец-то подъехали. Все, отлично. Извини, Вита. Понимаю, не лучшее завершение банкета. Но правда, я у тебя в большом долгу. Машину Эдди оставь тут, он на ней завтра домой поедет. Ты хороший парень. Завтра посидим, поболтаем. По душам. Пошли, выпьем. Три часа ночи. Заткнись, идиот. Заткнись, шлюха. Давай. Эдди, с тебя хватит. Пора спать.
Я тебе завтра позвоню, Вита. Пока. Все, пока, с вами Лука.